Органы власти на местах, особенно в преддверии летних каникул, должны активизировать предупредительно-профилактическую работу, направленную на недопущение трагедий на воде. Очень важно научить детей вести себя на водоемах. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства Чувашии. В этом году в республике будет функционировать 13 пляжей и более 100 мест для купания. Спасатели рекомендовали муниципалитетам активнее работать над очисткой водоемов. Глава республики обратил внимание на необходимость активнее вести профилактическую работу, знакомить население с правилами поведения на воде и техникой первой медицинской помощи утопавшим. К сожалению, в текущем году из-за халатности родителей у нас в республике утонул один ребенок. В Чебоксарском районе, в Хыркасах, мы чуть не потеряли еще одного ребенка. Катаясь около своего дома, ребенок упал в воду. Хорошо, отец своевременно заметил и вытащил данного несовершеннолетнего, оказал первую медицинскую помощь. В данный момент ребенок находится в больнице.